Утром в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения о минировании 4 столичных гостиниц. Во всех случаях на электронную почту учреждений неизвестный сообщал о взрывных устройствах. Позже поступили письма аналогичного содержания, в них были указаны здания Минского аэропорта, а также столичного и всех областных железнодорожных вокзалов. После обследования зданий информация не подтвердилась. Опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника. С начала года свыше 30 ложных сообщений об опасности зафиксировано в МВД. Сообщения чаще всего поступают посредством телефонных звонков или на электронные ящики тех объектов или организаций, которые минируются. Людям, у которых возникает желание сообщить о мнимой опасности, следует вспомнить об ответственности и последствиях. Уголовная ответственность за ложное сообщение об опасности предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.